Так, многие спрашивали, что из себя представляет эта рыбалка. Ну вот, ребят, это за 3 часа с 6 до 9 утра я наловил. Просто уже устал. Ну, как бы размерный ряд можете сами оценить. Ну вот это лежит для сравнения викторинокс. В разложенном состоянии, наверное, где-то 21, может, сантиметр. Ну и всю рыбу надо по ГОСТу чистить в течение 2 часов сразу. Я так только филе беру, потому что иначе грузоподъемность лодки за 7 дней она просто не выдержит, превысит эти разрешенные килограммы. Так что беру только филе, выход филе где-то 40%, 45% от живого веса рыбы. А это вот аквариум, где будем мыть рыбу. Может быть, в ней даже можно купаться. Правда, сегодня шел снег и было минус 8 ночью, поэтому не уверен. У меня есть палатка-баня все-таки. Думаю, что обойдусь без этого.